Всем привет, друзья! И с вами, как всегда, Лёва. И вот появилась очень и очень интересная новость. Я считаю, что просто новость, которая заинтересует вас. Состоялся первый телефонный разговор о президента Ирана с наследным принцем Саудовской Аравии. Наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии бин Салман по телефону выразил соболезнования о президенту Ирана Махберу и иранскому народу в связи с гибелью президента Раиси и главы МИТа Абдуллахиена. Обсуждено расширение двухсторонних отношений, в частности в экономической сфере. Махбер отметил, что отношения между странами будут продолжать развиваться в том же духе. Бин Салман и Махбер пригласили друг друга посетить Эр-Рияд и Тегеран, арабоязычный иранский новостной сайт Ал-Алам, катарская газета Ал-Араби Ал-Джейдид. После нормализации отношений Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве Китая, страны открыли свои диппредставительства в Тегеране и Эр-Рияде. Консульства КСА в Мешхеде и Ирана в Джидде также официально возобновили работу. Друзья, не забываем подписываться, ставить лайки и обязательно высказывать свое мнение в комментариях. Комментарии и ваше мнение очень важны для меня и для тех, кто обсуждает эту тему.